Депутаты Мажилиса парламента от Народной партии сегодня встретились с коллективами нескольких предприятий города Текеле, Алматинской области. Они обсудили большой спектр вопросов, в том числе касающихся перерабатывающей промышленности, недропользования, а также роли предстоящих социально-политических реформ в стране. Те изменения, которые сейчас нам предстоят, там и по Мажилису, 70% по партийным спискам, 30% по мажоритарной системе, это все те меры, направленные на то, чтобы как можно больше спектр интересов казахстанцев был представлен, был учитывался, и они принимали непосредственное участие в процессе принятия решений.